Лесные гости. В сети набирает популярность видео с совенком, залетевшим на окно квартиры одного из жителей Закамска. Птица сидит на подоконнике и будто бы ждет, что ее пустят внутрь. Вообще, в последнее время пермяки все чаще видят сов на деревьях в разных районах города. Так, за последнюю неделю ночные птицы были замечены в Свердловском, Дзержинском и Ленинском районах Перми. По словам специалистов, ничего удивительного для данного времени года в этом нет. В лесу сейчас сложно с едой. В крупных населенных пунктах, где есть свалки, а на свалках есть крысы. Это столовые. Они прилетают поесть. Но иногда они не успевают вернуться в свою естественную среду обитания за ночь. И рассвет их застает в городе. Обычно они просто пережидают, так и сидят на дереве до наступления следующей темноты. Поэтому трогать сов не нужно, улетят сами. Но если птица ранена, у нее повреждено крыло, в таких случаях лучше помочь. Отнести к специалистам, ветеринарам или сотрудникам зоопарка. По экземпляру, который оказался на видео, в зоосаде пояснили, что это не совенок, а сыч, мелкий представитель семейства. Автору видео порекомендовали проследить за состоянием пернатого. Если не улетит ночью, взять его к себе и передать специалистам.